Потому что это занята, и так занята. Вообще, конечно, кошмар. Да это вообще бред какой-то. Бред. Просто. Сейчас мы выставим. Чё? Сейчас мы выговоримся. Прорекламируем? Да. Еще меня спрашивает. Все там, знаешь, интересуется там, например. Там, пытается тему. А где вы работаете? А сколько вам лет? А это ваш молодой человек. Здорово. Народ. Привет всем. Здорово. Привет, ну, тебе плохо там? Камера снимает. Камера снимает отлично. Он, может, интернет у вас плохой. Привет. Грели. Ваня, давай, быстрее. Сейчас. Не, все сделаю. Подожди. Так. Я сказала, мне не надо это. Мочить? Мыть посуду нельзя. Мыть посуду нельзя? Да, стирать. И стирать нельзя? Угу. Офигеть. Качество плохое пишет. Ничего. А что вы там хотите видеть? МКС все уже видели. Будем слушать. Кубики. Ну и что ж кубики? Кубики. Что-то шлю. Видно хотя бы. Где? Что, народ, как дела? Мы голодные. Добрый вечер. Мы голодные, как собаки. А ты тоже не ел? Да я тут ел. Да, что там? Сегодня без завтрака оставил. Привет. Чего? Там подружка написала. А? Молочка вредная. Молочка? Привет из Италии. О, привет, Италия. Молочка, ну, не вредная. Ну, как обычно, грудки и рис. Да. У нас ничего такого. Че, у нас грудки и рис, медальоны. Вот. Это самолет? Да. Самолет такие. Да, это самолет. Вроде такой рис невкусный. Рис вкусный. Жасмин. Ваня делал только вкусный рис. Да. Рис обалденный. Слушай, не бери, не попозже. Я могу сейчас набрать, пока у меня есть зарядка 11%. Провод надо купить, тебе машину заряжать. У меня прям беда. А кому набрать-то? Кому набрать? Подруги мои. Что, пожаловаться? Да я пожалуюсь. Ребят, киллеры есть, надо кое-кого завалить. А? Есть киллеры, нет? Она Дашку пока ждет какую-то, кто-то написал. Есть, да? Ну, кто-то написал, я Дашку жду пока. Хорошо, есть, приезжайте, есть заказ. Завалить. Ксюхе... Кого завалить? Кого? Маникюрщицу твою. Маникюрщицу. Маникюрщицу надо завалить. Сука, 6 часов мучила мою девочку. И такую хуйню сделала. Показать, блядь, вам? Покажи. Блин, мне даже стыдно показывать это. Это дерьмо, да? Этот колхоз. Вообще. Вот как это? А? Такую. Ну там в камере все равно не видно будет. Ну да. Короче, мы хотели коцки такие. Плохо видно, а там же кубики у них. Ну, а, да. Ладно, потом покажу. Потом. Хотели коцки, блин. А получили колхоз. Блять, 6 часов, сука. Видите ли, у мастера не ее день, инструменты забыла. Сука, ты зачем на работу пришла, мать твою? Забыла, не ее день. 6 часов, блядь, пилили ногти и наращивали. Это просто какой-то кошмар. Бред, блядь. Видите, девочки ради красоты на какие жертвы идут. По 6 часов сидят, ногти наращивают, блядь. Фотку? Фотку? Да потом. На самом деле переделаем потом. Фотку, сделали ужасно. Я просто... Сейчас пришлю. Стал...
Я себя все 6 часов успокаивал, только бы греха на душу не взять, не убить ее, блядь. Да я сама ее под конец не зарубила, я так терпела из последних сил. Она говорит, вы такая еще терпеливая. Она пишет, да я ж пойму, что кто. Короче, народ. В гараже? Все, в гараже. Нет, мы на МКС. В гараже. Мы на МКС, да. Вытаскиваем жилы из грудки. Это вообще кошмар, это просто пипец. Я никогда не наращивала ногти, это мой первый раз. И самый ужасный. Первый раз и вообще... Народ, есть у кого мастер, может быть, где-то здесь? Хороший. Хороший. Совет скиньте ВКонтакте. Который еще кормит. Который еще кормит? Да не, мы в следующий раз еду с собой возьмем. Да. Это. Может, есть у кого там мастер? Ну, только недалеко. В Омске есть. Салон Велюто. Что-то как-то салон он уже не очень доверяется. Нормальные мастера дома сидят. Вот. На 5% осталось. Ну вот один из них, это пиздец. Это ладно, жесть. Все, да. Вот чисто гриль. А, да это сейчас я его это быстро. Звони, давай, я жду. Да потом позвони. У меня 5% осталось. Слушай, надо айфончик взять. Зарядить, что-то поставить. Да? Угу. Что там? Может, вам поснимать? Поснимаем. Подальше вам туда чуть-чуть встанем, может, там конечно получится. Да, вот здесь вот, наверное, получше. Не над... Ой. Чё? Нам не надоедает курица каждый раз есть? Да нет, не надоедает. Ну, я что, люблю курицу. Ели, да? Да, Дорадо вообще была очень вкусная. Привет-привет всем. Дорадо просто была вот восхитительная. Такой вкус. Нежная. Такой прям аж во рту тает. Вообще очень вкусно. Иван, делать по 500 приседаний на тренировке не вредно для колен? 500 приседаний? Ты жив потом. Вы знаете, 500 не вредно. Вредно вот 530 уже вредно. Как у 500 делать? 500 нет, вот 530 уже будет очень вредно. А с каким весом? С каким весом? 500 пойдет. Подключитесь к Wi-Fi, будет лучше качество. Сейчас пик, сейчас просто Wi-Fi нет. 501 вредно. Если протезы, то нет. $499 не вредно, а 500 тоже вредно. Да. Еще сибас, рыба очень вкусная, попробуйте. Ну, она такая же, когда рада, примерно. Лосось вкусная, мне очень нравится лосось. Лосось? Угу. Ну, смотрите, как мы чистим гриб. Привет, привет. Форелька на гриле ням-ням. Да каждая рыба по-своему вкусна. Ксюша красотка, Ваньке так повезло. Это точно. И мне с Ваньке повезло. Да. Мне повезло. Завтра что делаю? Завтра? Ну как ты думаешь, что я могу делать? Что-то завтра делаем. Ваня, сегодня что треним? Бицепс бедра. Бицепс бедра. О, смотрите, кто там? Влад. Встретимся. Ну давай встретимся с тобой. Счастливый обладатель Рэндж Ровера. Рэндж Ровер. Какие уже все вас сказали? Поздравьте его. Все знают, что ты забрал Рэндж Ровер. От тебя, кто-то диахаммер. Ничего скрывать. Опасный. Может, у меня какой секрет был? Секрет? Здесь уже раньше знали. Поздравляю тебя, кстати, тут. Спасибо. Спасибо, ребята и девчата.
Все, особенно девчата, Влад теперь на рендже. Короче, это... Завидный жених. Худенькие, беспопные, бесисочные блондинки. Брюнетки. Эсмир. Без попы, про тебя. Без попы, без сисек. Короче, какие там критерии? В общем, такие глисты. Брюнетки глисты, короче. Такие суповые наборы. Ой, другой вкусный. Вот. Вот у вас очень много шансов покататься на рендже. Там вообще видно, да, темно. Нет, очень хорошо видно, очень хорошо. Здесь как раз свет на вас падает, так что очень хорошо видно. Так что есть возможность покататься на рейнджике, да, ладно? Погонять на рейнджике. Ну, пусть напишут. Так что, девчонки, пишите. Завидный жених. Да, пишите на почту Inferno Fitness. Мы отберем. Оставляйте свои анкеты. Фотографии прилагайте обязательно. Оставляйте анкеты, Влад рассказывает. Прямо засмущали. Да ладно, что ты смущаешься, мы через невесту найдем, мы тут всех сегодня. Привет, Вова. Все самые крутые невесты в перископе. Ладно, давай. Ваня, по рендже скучаешь? А? По рендже скучаешь? А что по нему скучать? Вон я сегодня. Я сегодня из него перекладывал. Он мне каждый день будет здесь рядом стоять. На Бивиса похож, говорит. На Бивиса? На Бивиса. Банхед. Кстати, точно похож. Да. Ему еще бороду так приделать и все тогда. А у него есть такая борода? У Бивиса? А у Бивиса? У Бивиса, по-моему, нету. Есть борода. Какую туалетную воду я предпочитаю? Ой, даже не знаю. Мне вот тут Ваня подарил туалетную воду. Очень вкусно. Только я... Которая не продается в магазине. Да. Иван, с чем безопаснее для позвоночника подтягиваться, с поясом или жилетом для отягощений? Без разницы. Он и похож на кивера. Он все равно нагрузки нет на позвоночник. Кинзо? Мне нравится Кинзо Флавер. Какие? Кинзо Флавер. Но их давно уже не выпускают. Они старые-старые. Ну так, нравились. Мне тоже Кинзо нравится. Но... Как цветочек, что ли? Вторая. Не помню. Там крышка с цветочком, да, была? Да. Да, я что-то купил. Они такая, знаешь, как пудра, запах пудры. Ага. Очень вкусно. Блять, а там же был запахом пудры. Вот, который я выбирал из этих. Да? Да. Ну я... Ксю, как пуля умеешь читать? Да, умею. Чего? Я как пуля умею читать. Как пуля? Давайте попробуем. Все подряд? Ага. Давайте строчите сейчас. А вы... Ваня не поймет, если я буду сейчас все читать подряд. Тогда ответов не будет, просто одни зачитывают. Началось, смотри. Юра, не смешно. Вот она, грудка. Сейчас мы выкладываем. Я специй много наложу. А я люблю много специй. Пуля успевает и читать, и отвечать. Да, он да, все. Да, он за меня, и за себя, и за меня, и читает, и успевает. Да, пулю уже никто не может заменить. Тренировка сегодня будет? Ну, конечно, будет сегодня тренировка. Да. Ты пшикала горло? Один раз, когда ты мне дал только. Ну-ка, надо еще. Тераплю. А тераплю? У меня нет с собой. Надо купить. Сейчас поедим кто-то. Я помню, Ваня не успел ответить, он уже следующий вопрос задавал. Да. А, да, было такое. А трансляция с трени? Ну, будет трансляция с трени, естественно. Ну, там позже же, хотя, да. Я думаю, часа через полтора, через пять. Ага, а мне надо заехать домой еще. Так, зачем ты? Будешь тренироваться? Ну, да. Можно сегодня потренироваться. Может, ты сегодня как себя чувствуешь? Ну, более-менее нормально. Ну, более-менее, или лучше тераплю выпьешь? Ну, я выпью тераплю. Выпьешь тераплю, и я будешь снимать перископ. Завтра будешь тренироваться. Не надо это самое. Ладно? Ладно. Так, вот она, видели? Смотрите, сколько много. Я сейчас готова все съесть. Ксю, ты на юге Москвы живешь? Да. Меня уже вычисляют. Вычисляют, где я живу. С какой целью, интересно? Не знаю. Красота, Вова пишет. Сейчас, через 4 минуты, да. Вообще бомба. Вова, как дела? Вова, Вован, привет. Да. По IP вычислю. По IP? Угу.
Ни хрена как много, да. Мы очень голодны сейчас. Ну, вычислил, а что дальше? Вот, да, что дальше? Приезжай, МКС. Да, приезжай к Ване в эфир. А, Иван, какой у тебя был, когда ты начинал качаться? Чего какой-нибудь? Иван, какой у тебя был, когда ты начинал качаться? Ну, как Вован я был. Вот я говорю, Вован приезжал к нам, но вот я был такого же телосложения. Ну, вес какой у тебя был? Хер его знает, какой вес. Я что, взвешивался, что ли? Я тоже не взвешиваюсь. Вот. Я не знаю, какой у меня вес был. Ваня хозяюшка прям, да. Ваня хозяюшка. Слушай, издалека нормально сходится. Когда вот не вблизи. Ну, издалеке, да. Издалека, да. Я себе буду грудку нравиться. Ну, короткие, если честно. Нормальные. Такие, блядь. Блядские котики. Да ну тебя. Такие. Это уже не для всех. Для меня. Мне на всех. Заскакивай, пожалуйста. Давай, соскакивай. Кто там? Вова пишет. Может быть, заскочит. А, ну ты приезжай, Вован, чё? До гриля грудки на чем готовил? До гриля? Да. Я жарил. Жарил. Я засыпал этой приправой, я кубиками резал прям на маленькие кусочки, на сковородку. Засыпал этой приправой. Я сегодня буду готовить, Ваня. Наливал немного воды, она тушилась и потом обжаривалась. И вот в этой приправе тоже. С соевым соусом? Нет. Я сегодня буду готовить. Сегодня мы будем транслировать, как ты будешь готовить? Нет. Не будем? Ну посмотрим, посмотрим. Да, сегодня будем транслировать, как Ксюша меня кормить будет. Ваня сразу подобрел, как Ксюша рядом появилась. Конечно. Да, конечно. На самом деле мы сегодня злые. Угу. Особенно я. Ужасно. Я голодная и злая, и вообще. 6 часов меня там. Короче, мы это самое, как это, поняли и простили, да? Да. Понять и простить. Криворукого человека, вот зачем? Он и так уже криворукий, блядь, дальше некуда. Чего его еще обижать? Что да? Будет готовить? Грудки буду готовить по собственному рецепту. Так, Ксюша добрая, и Ваня пример берет. Ксюша добрая, да. Чуть не убила маникюр. Да ладно тебе. Я только начала. Блин, и так жалко, представляете, 6 часов сидел. Блин, я уже и в налоговую съездил, и в статистику сгонял, и уже из рейнджа все перенес, и уже тут собеседование провел, и, блядь, что только тут не делал. Уже весь день. А это все время сидел, ногти делал. Я тебе видео дам посмотреть, когда мужик ждал свою жену в машине, и она ногти наращивала, короче. Ну, там вообще просто крик души. И еще один хаммер купил. Кто? Ну ты, заодно все успел сделать за это время. Еще за 6 часов. Хаммер купил? Да. Нет. Я уже не могу, такой запах. Сейчас, я чуть-чуть еще нахожу. Ну, видите. Ваня, а зал у тебя как микропредприятие считается? В смысле микропредприятие? Общество с ограниченной ответственностью. ООО. ООО «Инферно». Ксении давал на хаммере гонять? Я его загоню тогда. Да нет, и, мне кажется, ей комфортно там на диване рядом. Да. Блин, там сиденье как диван. Да, там действительно. Вот так вот сел в диван просто, блин, вообще. Вообще огонь. Спроси у Ивана мнение насчет Men's Physique. А чё? Какое мнение? Нравится конкрет... тебе Men's Physique? Ну, я кто, чтобы они мне нравились? Мне нравится то, что это направление развивается, развивает наш спорт. Я только за бизнес, ничего личного. Пусть развиваются, приносят деньги, качаются, популяризируют наш вид спорта. Я только за. Личное мое отношение? Да. Нормальное отношение, нормальные ребята. Но есть пидорасы. Вот к ним плохо. А так нормальные отношения. Почему нет? Все люди, среди них есть классные ребята, очень много. Так, ой. О, место, где рождаются качки. Общество что? С ограниченной ответственностью. Общество? Место, где рождаются качки называется. Слишком, по-моему, долго название. Сколько тебе? Не жалей этот не раз. Хватит или еще? Ой, нет, нормально, мне кажется, даже нормально. А тебе не мало? Мне нормально. Вкусно, да, вообще просто. Вы посмотрите. Да, на тарелку. Мне кажется, даже в рекламе надо снимать. Хочешь уже можешь кушать? Да нет. Все рис подвала. Мы туда пойдем, да?
Можем здесь тоже. Можно ли подсушиться без химии из парпита с минимум потерять мясо? Нет. Потерять мясо... Это сколько грамм порции? Да не, мы не считали. Не потерять мясо... Да вы знаете сколько? 760 грамм... А там то одно еще осталось. Там чуть-чуть осталось. 761 грамм. Здесь грамм... Чуть-чуть осталось, буквально 3 штучки. Грамм меньше 100, наверное. Ну, грамм 650 вот здесь мы забабахали. Чуть-чуть осталось. Даже на один раз не хватит. Ну, я такую же грудку беру. Кого? Медальоны? Вова пишет, я такую грудку. Да, говорит. Ну, правильно, она офигенно мягкая. Жилки повырезал. Там долго еще рис ждать? Аккуратненько. Что кушаем? Что кушаем, что не кушаем? Ну вот грудку мы кушаем, как обычно. Ничего нового. Это по 300 грамм примерно? Ну блин, ну мы не считаем. Ну у меня чуть больше. Что, горячие? Горячие еще пока. Но они быстро остывают. Да. Ешь. Фома пишет, я один повернутый все считаю. Чего-чего? Ну, повернутый, на, видимо, на этих граммах. Это много для девушки? Это нормально это для нормально девушки. Нормально для девушки. Что там? Я сегодня целый день практически не ела ничего, так что можно. Вот это плохо. Нет, не один. Грязь. Еще кто-то. Михаил считает граммы. А? Михаил считает граммы. Нет, я считаю не грамм, но я считаю на сушке. Сейчас я не считаю. Нет, не пьет алкоголь вообще. Слушай, я рис солил, рис, по-моему, солил. Ну так можно посолить. Я сейчас не помню, там у меня есть, но это не солил. Нет, не солил. Солил? Угу. Много? Немного. Хватит? Угу. Перемешаю. Даже пивко? Ну, пивко бывает. Один раз в году. Ваня, вошел режим с питанием? Нет, ну... Входит. Вхожу. Да. Вхожу. Нет, вчера нормально. Было. С еду дрищ, а бока распирает пипец. Просто приходится контролировать граммы. Чего? Там что-то у него... Проблема. Ксюша, любишь кашу, манку? Вообще кашу не очень люблю, но приходится есть. Так, ну что, пойдем туда? Пойдем. Все, народ, давайте мы отключаемся, там связь пропадет. Вот она, моя красавица. Ладно, пойдем. Давайте. Включимся на тренировки. Спасибо.